Привет, друзья! Вы на канале Планета Алис, и мы предлагаем вам очередной выпуск рубрики Kinder Control и топ-10 популярных детских каналов, составленный по итогам вашего голосования. Мы благодарим вас за то, что вы с таким энтузиазмом поддержали нашу идею создания самого справедливого топа-10, в котором места присуждаются в соответствии с количеством баллов, набранных зрителями. Для тех, кто не видел наш предыдущий выпуск, еще раз повторим условия голосования. Чтобы проголосовать за свой любимый канал, вы должны просто написать имя этого канала в комментариях к этому видео. За каждый голос каналу засчитывается 1 балл. Подписчики нашего канала Планета Алис автоматически получают 2 балла. Если вы еще не подписаны на наш канал, вы можете подписаться. И тогда вы тоже получите 2 балла, само собой после проверки подписки. Только не забудьте написать в комментариях, что вы подписаны на наш канал. Вот и все условия. В общей сложности зрители набрали 1839 баллов, которые присуждались тем каналам, за которые эти зрители голосовали. Ребята, когда вы будете голосовать за популярные каналы в нашем следующем выпуске «Топ-10 популярных каналов мальчиков», мы просим вас не писать, какое место вы хотите дать тому или иному каналу. Повторяем еще раз. Просто напишите название канала, который вам нравится, и ему будут начислены баллы от вашего имени. Итак, переходим к самому главному, к результатам. 10 место в топе занял канал Tiki-Taki Kids. Это явилось для нас полной неожиданностью, поскольку в наших предыдущих выпусках канал занимал более высокие места, и мы знаем, что героиня этого канала Ярослава имеет много подписчиков и снимает очень неплохие ролики. Но повторяю, не стоит принимать этот топ как окончательный, ведь многое здесь зависит от обстоятельств. Возможно, поклонники Ярославы были просто недостаточно хорошо проинформированы. Хотя мы, со своей стороны, предупреждали участников и приглашали их поклонников принять участие в голосовании. 9 место занял канал Анна Kids TV. И это тоже нас удивило. При такой стремительной динамике развития этого канала мы надеялись на более активное участие его поклонников. 8 место получил канал Радужки Rainbow Wall. Очень неплохой канал, который лично я, например, до недавнего времени вообще не знала. 7 место получил канал Ирочка Инфо. 6 место канал Мимилиса. И 5 место канал Kids Diana Show. 4 место занял канал Я Алиса, который по баллам совсем немного не дотянул до следующей ступени. И 3 место в топе 10 досталось каналу Ярослава Спортивная. 2 место получил канал, очень быстро занявший прочное место среди популярных, канал Николь Crazy Family. И, наконец, почетное 1 место досталось всеобщей любимице Мисс Кейти. Мы еще раз от всей души благодарим наших зрителей и подписчиков за их активное участие в голосовании. И прощаемся с вами до следующего выпуска рубрики Kinder Control, в которой мы представим вам топ-10 популярных каналов мальчиков. Всем пока!